Приветствую вас на канале «Сокровища Черногории». Сегодня мы находимся на горнолыжном курорте Калашин, на верхней ее части Калашин 1600. И посмотрим виды летнего севера Черногории. Здесь работают подъемники, работают только на высоте 1600, на 1450 подъемники не работают. Здесь сейчас летом паркинг бесплатный. А почем подъемники, сейчас мы с вами узнаем. Сейчас июль месяц, воскресенье, утро. Ну, как видите, машины есть, но немного. Зимой тут гораздо больше. Вот надпись на грязной машине «Оперими». Помой меня, так что это интернационально. Небольшая детская площадочка есть. Продажа скипаса. Сейчас глянем, почем тут. Итак, с маленьких детей денег не берут, детей постарше до 14 лет там 4 евро, а со взрослого 6,50. Здесь учится он с лука стрелять. На самой вершине Видиковат Строглава, высота 2072 метра над уровнем моря. Бедная
Вот сюда можно приезжать с детьми, кататься на лошадях, посмотреть вблизи овец, коров, быт обычный, сельский, горный, эко-село или катун. Можно кататься на квадроциклах, на горных велосипедах, совершать хайкинги, трекинги. Поэтому на севере Черногории даже летом есть много чего интересного. Так что если вы летом в Черногории устали от моря, от туристов, от жары, от шума, то можно приезжать в Калашин, Жабляк, покататься на подъемниках, на лошадях. Хотя бы на день-два с одной, может, ночевкой. Ну что же, я надеюсь, это видео было интересным, полезным. Если да, можете смело ставить лайк. На этом у меня сегодня все. И до встречи в Черногории и на моем YouTube-канале. Будьте здоровы и всего доброго!